Недавно подруга рассказала, что хочет вложиться в недвижимость, взять самую маленькую квартиру в Москве, желательно рядом с метро, сдавать ее и покрывать ипотеку. Бюджет – 4-5 миллионов рублей. Самую маленькую, не преувеличение. Оказалось, что в Москве стало появляться все больше квартир 12, 14, 16, 2. В свободные выходные мы поехали посмотреть, что это за недвижимость, почему появилась на рынке, кто в ней живет и как выглядит. Рассказываю и показываю, что увидели, листайте галерей. Бывшая общага. Первый дом оказался бывшим общежитием 1975 года, которое выкупил застройщик и полностью реконструировал, поменял все коммуникации, сделал ремонт снаружи и внутри. Локация идеальная, Западная Дегунина, зеленый район, хорошая инфраструктура, 5 минут от метро Селигерская. 30 минут на метро до центра Москвы. Во всех квартирах, кроме тех, что на первом этаже, можно прописаться. Прописка московская. По словам консьержки, живут тут в основном или молодежь, которой родители снимают квартиры, или наоборот пенсионеры, которые отделились от детей. Дом начал заселяться полгода назад. Выглядит новым, не лакшери, но приличнее и чище многих старых пятиэтажек. У застройщика уже ничего не купить, только искать варианты на вторичке. Цена вопроса – 16 квадратных метров, 4,5 миллиона рублей, можно сдавать за 25 копеек. Бывший детский сад. В этом же районе нашли еще один похожий дом, на этот раз. Малоэтажная постройка, бывший детский сад 1966 года, который сейчас гордо называется апарт-комплекс. Во дворе много зелени и деревьев, тишина, похожа на санаторий. Комплекс начали продавать с марта, поэтому пока выглядит необжитым и посмотреть контингент не получилось. Зато множество вариантов на выбор, и ценник гуманный, от 3,3 миллиона рублей, с чистовой отделкой и сантехникой. Из минусов. Прописаться нельзя. Плюс повышенные тарифы на коммунальные услуги, например, электричество. 7 рублей за киловатт. Обычно это 5,7 рублей. Цена вопроса – 14 квадратных метров, 3,7 миллиона рублей, не первый этаж. Можно также сдавать за 25 копеек. Бывшая гостиница. В 10 минутах от метро Владыкиной окружной, и в 5 минутах от центрального входа в ботанический сад, мы нашли еще один апарт-комплекс, бывшую гостиницу. 1957 года. Состоит из нескольких корпусов. Здание также после капитального ремонта с заменой всех коммуникаций. Люди тут живут разные, так как в одном здании есть и совсем простые гостиничные посуточные номера для приезжих, так и двухуровневые апартаменты с дизайнерским ремонтом. Подруга предположила, что для сотрудников Останкино. Высота потолков от 3 до 4,5 метра, прописки нет. Цена вопроса – 18-20 квадратных метров, 5,5-6 миллионов рублей. Можно сдавать за 35-40 копеек в месяц и выше. Вы бы стали жить в такой маленькой квартире, а рассмотрели бы ее как вариант инвестиций? Напишите в комментариях. Ставим лайк и подписываемся.